Всем доброе утро, мы снова в Киеве, но уже на миноре в ожидании медиа дня, а я в ожидании ГПК, когда он уже войдет в этот замечательный practice room, и мы все с вами увидим его. Расскажи про свой трип домой и обратно сюда, в Киев. Я полетел после ЕФЭ домой делать визу, подался на визу, тусил там 5 дней, ездил в клуб играть в компьютерные КВшки. Потом, когда мне одобрили визу, в этот же вечер я улетел сюда. Было очень скучно. Скажи, как тебе соперники на миноре? Ну, сильно, как обычно, альянсы выглядят хорошо, в принципе, по ходу сезона играли и сейчас. Астер, ну, сложно сказать, потому что всегда очень сложно оценить силу команды, когда она в своем регионе играет, но мы ее, если что, точно не списываем. Это вот, наверное, прям самые первые три команды. А так, ну, в принципе, со всеми будет интересно посмотреть и за нашими мальчиками Форс, и как бы от матча к матчу будем готовиться. Птичка нашептала, что вы очень много рофлите над ГПК. Заслуженно. Абсолютно заслуженно. Как он реагирует на это? Пытается отбиваться, но мы знаем, что ему обидно и душим, как можем его. Настоящая команда. Но ты юзал нашу маску? Не снимай, я не принял душ. Я некрасивый. Ты некрасивый? Нет, не снимай. Ты не бываешь некрасивым? Не, не снимай. Дай мне одну причину, почему ты не хочешь принять душ сейчас. Потому что здесь полчаса КВ. Так ты успеешь. Я не успею. У тебя медиа день сегодня. Я хочу после игры принять. Я всегда принимаю душ, а два раза в день душ принимать мне впадло. Понимаю. Опа! Я включаю сразу же. Здорово! Всем привет! Все тебя игнорируют! Это кринжал? Что, тебя выгнали за отдельный стол? У него почетное место возле туалета. За что бы так его? В смысле, он сам выбрал это место. Где мое место? Твое место возле параши. Чел. Я в парашу. А ГПК только в майку так. Я в шоке с этих друзей, конечно. Что будешь кушать? Тут есть вареники, есть борщ. Мне салат цезарь возьми. Два двойных хорошо. Ну, давай с сала на завтрак. Нет. А ты хочешь себе... Слифон. И курой, да? Курой, да. Ну тут есть просто с филе лосося. Ага. Может быть, хочешь лососиного? Ага. Чего ага? Ага. Где Ростик? Меня здесь нет. Здравствуйте, я хотел бы еду нам заказать. Какая у тебя самая нелюбимая часть медиа? Самая любимая — это когда меня красят. А нелюбимой нету. Почему тебе нравится, когда тебя красят? Мейкап — это ужас. Ну это прикольно, не знаю. Ты говоришь, мейкап — это ужас? Ужас. Почему? Потому что его потом не смыть. Он старый просто. Он не шарит. Из меня просто какого-то трупа музейного делают. Не знаю, мавзолей я выбежу потом. Какая твоя самая нелюбимая часть медиа дня? Позы делать. Да. Ну, да, где моя... Я опять... Ну, все. Меня, кстати, сейчас сделали, и мне стало аж плохо. Только быстрее тут. Мавай, это твоя карта. Реально мало не платит. Ой, давно не платил. Вот, наверное. Уверен? Украинский борщец. Вкусно? Бывали и повкуснее борщи. А тебе нравится? Что это значит? Нормально. Через 15 минут начинаются ваши КВшки. И вампир согласился показать свою комнату. Мы едем. Немножко сральчик. Совсем чуть-чуть? Да. Как тебе арт? Прикольный. Очень маленькая рума. Две кровати, и места мало, чемоданы прям перед кроватями. У нас ванная комната еще меньше. Надеюсь, только душевая туалет. И все. Что тебе еще нужно, кроме душевой? Ну там должно быть место, знаешь, чтобы... Что, тикток записать? Это же есть курилка еще. Для двоих. Я, конечно, не курю, но покажу, как они сидят. Парни закончили свои КВшки, вроде бы даже выиграли 2-0. И сейчас я жду их в лобби, чтобы отвезти их на медиа-день. И они переодеваются уже минут 15, мне кажется. Им нужно просто надеть форму. Но нет, прихорашиваются мальчики, наверное. Расскажи, поделись со всеми, что сейчас будет происходить. Медиа-день будем, вообще не знаю, что-то там с ССД будем делать и фоткаться, наверное. Угу. Ты excited, да? No. А ты excited ГПК? Да. Да? Я не знаю, что это значит. Excited? Ну, типа, да. Ты предвкушаешь, да? Ты взволнован? Нет.
почему. Тебя будут красить. Это круто. Почему тебе нравится, когда тебя красят? Это прикольно, там трогают. Соглашение на участие в турнире. ГПК, могу не спросить, ты подписал? Нет. Согласен на участие в турнире. Я игнорирую такие вопросы. А кто перед глазами патчиками нет? Огуречная. Масочку забыл сделать сегодня перед сном. Давай сходим в спа, хочешь? Спа. Знаешь, какие самые офигенные маски вот для нуба, типа женщины, они прям супер шарят маски. Но если ты хочешь типа начать пользоваться масками, короче, самые имбовые есть такие, типа, ты их, ну, типа, намазываешь на лицо, и они застывают в виде пленки, типа, на нем. И потом ты ее сдираешь, и она прям берет, и у тебя все поры такие, типа, они просыпаются от 25-летнего сна, типа, ну, в твоем случае 45-летнего, типа, и начинают стремительно быстро дышать. Вот. Нам нужна фирма. Да неважно, любая, корейские какие-нибудь. С иероглифами, да, вот, которые продаются? Да, да. Я думаю, целевой аудитории, которая будет смотреть эти видео, не понадобится. Мальчикам тоже нужно с собой. Ну так мальчикам до скольки там? Вот смотри, лет. Ты вот сейчас, например, очень-очень сильно красивый, правильно? Угу. Но так будет не всегда. Да. Хотя, если учесть, что тебе уже столько лет, и ты все еще очень красивый, возможно, с тобой будет всегда. Вампир, ты знаешь, что делать. Да, давай. Ты нам нужен живым. Он уже поел своими руками, ну и что? О, классно. Вы нюхали его? Нормально воняет. Я пойду. Хватит игнорировать коронавирус, как будто бы его нет. Тёмыч, ты с командой или нет? Он вообще конченый. Хочешь? Я бы съел круассанчик. Ну как его открыть? Это я так делаю. Как тебе вернуться в команду? Какую? Его, его душит. Меня все ненавидят. Почему? Обзывают. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Простенько. Чего вы его душите? Я не душу. А кто душит? Кто душит? Ты душишь. В смысле? Обзывалка. Он меня материт сам. Садится на меня. Ты тоже садишься. В смысле? Он на камеру такой. А когда мы вдвоем? Когда мы вдвоем, то что? Какие позы ты делал? По правым плечам и левым плечам. Закончился медиа-день, и я решила домучить Даню напоследок. Как тебе? Отлично. Что понравилось больше всего? Видео со Сёром. Видел с Фуфлером, что он тебя спрашивал? Там веселые моменты. Вы играли в игру? Да. Расскажи, в какую. Скоро все узнаете, ребят. Когда я буду у тебя интервью брать, ты будешь таким же немногословным? Не знаю. От настроения зависит. Как понять, хорошее у тебя настроение или плохое? Давай так. Ну, если я много разговариваю, то хорошее. Нет, до интервью это возможно понять? Навряд ли. Навряд ли, окей. Что нужно сделать, чтобы у тебя было хорошее настроение? Не знаю даже. Надо, чтобы я матчмейкинг выиграл. Но это же не от меня зависит, простите. Да. Может, едой тебя можно заманить или еще чем-то? Нет. Нет? Жаль. Медиа-день подошел к концу. Завтра у нас начинаются игры. Подписывайтесь, ставьте лайки.